нихуя не делай. На твоей работе всем насрать на тебя. Твоему начальнику насрать на тебя. Всем похуй. Если завтра тебя насмерть собьет автобус, то на твоей работе о тебе тут же забудут и наймут кого-нибудь еще выполнять твою работу. Нихуя не делай при каждом удобном случае. Но если вдруг тебе все-таки приходится что-то делать, делай абсолютный минимум. Но все-таки лучше всего послать все нахуй. Спи до упора. Бери больничные по максимуму. Столько, сколько разрешено законом. Посылай все нахер. Нет никакой великой цели. Никакого великого смысла. Незачем спешить. Мы все равно скоро умрем. Поэтому просто расслабься. А вот когда ты научишься нихуя не делать, ты наконец-то обретешь настоящий смысл жизни.